Приветствую вас. Значит, смотрите, есть два момента решения вашего вопроса. Первое, то, что вы считаете всех мужчин слабее себя, недостойными, значит, слабыми, которые не способны на поступки. Вот. Все это приводит к чему? К тому, что вы одна. И то, что вы одна, является, по сути дела, выгодой. Вот. Это так называемая вторичная выгода от того, что вы, собственно, делаете. То есть выгода ваша в том, подсознательная, чтобы быть одной. Она неосознаваема, потому что сознанием вы хотите отношений, сознанием вы хотите быть с мужчиной, в паре, в семью и так далее. Это сознание. А на подсознательном уровне вы боитесь близости. И ваше восприятие мужчин, оно защищает вас от этой самой близости. Вот. На данный момент, по крайней мере. Поэтому первым пунктом будет именно значит, разбор и корректировка насчет того, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, вообще, с людьми, вообще. То есть, может быть, у вас есть определенные сложности с сближением. Может быть, у вас есть завышенные требования, которые являются проекцией требований к себе, что в свою очередь является результатом воспитания вашего. Может быть, у вас недостаточно простроены личные границы. То есть вы не умеете вовремя сказать «нет», и либо вы человека вообще не замечаете, либо вы хотите полного слияния и полного поглощения, что, естественно, невозможно, и, соответственно, у вас вызывает негатив. Вот. Значит, еще можно сказать, да, что вот вы говорите, что все мужчины, по моему мнению, эмоционально слабые и не способны на поступки. Допустим, это так. Но вы же этих мужчин выбираете. Вы выбираете тех, кто не способен принимать решения и брать на себя ответственность. Вы этих мужчин выбираете. И вопрос заключается в том, что вас притягивают именно такие мужчины, это первое. Второе, что вы не даете им шанс раскрыться. Третье, у вас есть некий заготовленный сценарий для них, то есть они должны вести себя так, как вы считаете, а сценарий происходит из ваших желаний и потребностей, которые имеются у вас, вот, значит, либо вы по каким-то причинам, ну, по причинам, которые требуется выяснять, на мужчин на этих переносите отношение к своему отцу. То есть отношения с мужчинами, проблемы во взаимодействии с мужчинами, это всегда проблемы во взаимодействии с отцом. То есть либо это отец, который очень
сильно вас баловал и был близок очень к вам, либо это отстраненный отец, которого вы ничего не чувствовали, либо, соответственно, это слабый отец, который вот не был способен на поступки, и вы, мужчины, всех видите так же, потому что, ну, у любой девочки первый мужчина – это отец. Вот. И вполне возможно, что вы не видели в своем отце мужчину и, как следствие, не имеете понимания того, как себя вести. Опять же, не имеете перед глазами пример. Пример того, как женщина ведет себя с мужчиной, ну, в вашей семье. Вот. Значит, дальше. Вы пишете, что рядом с ними, с мужчинами, я не чувствую себя девушкой. Вот понимаете, какой момент? Скорее всего, вы периодически не чувствуете себя девушкой, потому что если бы вы чувствовали себя девушкой все время, то это не зависело бы от того, кто рядом с вами, понимаете? А так получается, что мужчины вами воспринимаются как средство, средство для того, чтобы чувствовать себя девушкой. И, на мой взгляд, это далеко не самый лучший расклад для вас, если вы хотите выстраивать отношения здоровые, полноценные и так далее. Вот. Это такой момент. Дальше. Можно говорить о том, какой мужчина вообще вам нужен. То есть, какой тип, какую роль в отношениях, да, вы себе представляете. То есть, вы представляете себя, ну, например, ведущий в отношениях. Вы представляете себя ведомой в отношениях. Или как? Вот. Ага, понимаете? Тонкость вся в том, что вам на этот вопрос нужно дать ответ, потому что это важно. В зависимости от того, какую роль вы видите, ну, свою роль вы видите в отношениях, в зависимости от этого, вы будете подбирать себе мужчин, значит, ну, и смотреть, с кем вы хотите быть. Но это первое. Это такой момент. Не первое, а такой момент. Дальше. Соответственно, если вы говорите о том, что эти мужчины не способны на поступки, то, быть может, вы их подавляете, мужчин, своим поведением, своим отношением. Может быть, вы их подавляете как-то. И тогда возникает вопрос, опять же, насколько мужчина может с вами
почувствовать себя таковым. Мужчина, я имею в виду. То есть настолько, насколько он может почувствовать, что он руководит ситуацией. Насколько он может почувствовать, что от него зависит то, как дальше будет развиваться история. То есть, даете ли вы мужчине такую возможность? Даете ли вы ему возможность проявить себя? Вот. Ну, мне представляется ситуация именно так, именно так. Опять же, понимаете, есть тонкость в том, что если вы, например, выбираете себе мужчину, который по, например, ну, по своим поступкам подходит вам, да, то есть вы видите, как он себя ведет, как он там что-то делает, ну, все как вам нравится, да, вот, если вы это видите, а потом вы с ним вступаете в отношения, и он перестает это делать, значит, вы его подавляете. Если же мужчина изначально не делал так, если мужчина изначально не совершал никаких поступков, то мне кажется, что наивно было бы ждать, что человек что-то сделает. С другой стороны, очень важно то, говорите ли вы. Очень важно тот момент, что вы говорите. То есть, ну, рассказываете ли вы о том, чего вы хотите. То есть, выражаете ли вы свои желания? Потому что некоторые женщины, они просто вот готовы ждать, что мужчина угадает их желание. Ну, к сожалению, мужчина не телепат и угадать желание не может никак. Вот. Вот такие вот моменты можно вам раскрыть. Соответственно, избавиться от проблемы, именно избавление от проблемы не является корректным запросом. Корректным запросом является следующее. Что во мне, значит, обуславливает такое отношение к мужчинам, вот. Какую цель я преследую, чего я хочу и как, вот, самое главное, как, значит, я могу реализовать свои желания по-другому, более продуктивно, понимаете, вот. Вот так запрос, на мой взгляд, ну, более корректно можно задать. И с этим уже можно работать. То есть можно проанализировать ваши отношения, увидеть схожие паттерны поведения, вот, и, значит, раскрыть их природу и уже заниматься коррекцией, вот. Если вы этого хотите. Ну, соответственно, сами вы можете сделать примерно следующее, да? Ну, вот. Определить для себя, что значит эмоционально слабый и сильный мужчина. Что для вас поступки?
что для вас решение, что для вас ответственность, какие вы условия создаете для конкретного мужчины, чтобы он это все делал. Даете ли вы ему стимул для того, чтобы он это делал? Потому что без стимула нельзя рассчитывать на то, что он что-то будет делать. Значит, вы можете для себя определить, чего именно вы достойны, откуда у вас идет эта точка зрения, что вы достойны лучшего. Есть ли какой-то предел этого лучшего? Ну, то есть, есть ли какая-то вот четкая планка, что это лучше, да, для вас? Что вы можете сделать для того, чтобы это лучше достичь, этого лучшего достичь? Потому что в отношении, в идеале, лучше вступать именно будучи удовлетворенным, чтобы вы готовы были человеку именно отдавать, а не получать. Вот. В вашем случае вы нацелены явно на то, чтобы получать, а не отдавать. Вот. Ну, опять же, я могу ошибаться, конечно, вот. Но мне кажется, что ситуация именно такая. Вот. Ну и, соответственно, вот по поводу того, что мешает вам почувствовать себя девушкой, это отдельный момент. То есть, во-первых, как это? Почувствовать себя девочкой, да? То есть, знаете ли вы, каково это, чувствовать себя девочкой? Вот, и, соответственно, если вы знаете, то какие препятствия стоят на пути к тому, чтобы чувствовать себя так постоянно? На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.